понимаете, что я вас чуть не убил сейчас? Ну вот, вас... Девушка, ну здесь нельзя переходить. Здесь нет перехода, есть две полосы. Ёбаный дурак. Ты дура, иди отсюда. Ты совсем, совсем дура, да? Если бы я тебя сбил, мне бы хуй что было, блядь. Потому что вон пешеходный переход. Ты дура просто, дура, блядь. Солдат во время службы становятся наркоманами и алкоголиками. Треть украинских силовиков поступает в психиатрические отделения, которые зачастую приводят к суициду. Сергей Голобов, Вести ФМ. Торговый дом «Фит» примет менеджера активных продаж. Зарплата по собеседованию. Магазин «Пятерочка» примет продавца-консультанта. Зарплата от 15 тысяч рублей. Реклама спонсора. Люблю, когда все бомбируют. Ну, такие мне не нравятся. Да мне очень нравится. Блядь, что, долбоёб! Оно, блядь, даже вообще не смотрит. Идёт.
Я виноват, что ли?